Да.
нормально матч. Фамилия моя. Барбара Стрейзен. Какая Барбара Стрейзен? Сюда смотри внимательно. Трудишься ты где, Александр Бородач? Трудишься ты где? Да вот, клуб гаражи, да? В гаражах работаешь? В гараже ночной работаю. Клуб гаражи, да? Ночной клуб гараж, я там работаю. Так. Нормально, кем ты работаешь? Охранник Бородач. Да понятно, охранник Бородач, все. Барбара Стрейзен. Хватит, я тебе сказал, какая Барбара Стрейзен. Что было сегодня, рассказывай, ночью. Что было сегодня в клубе? Что с тобой случилось? Что произошло ночью в клубе? Смотри, он вообще ничего не видит. Я тебе говорю, что было? Его пока не отпустят, с ним бесполезно говорить. Так я тебе говорю, что с тобой случилось, тварь? Так встань ровно. Что ровно? Я тебя спрашиваю, что случилось? Слышь, какая знакомая, как юношеская она. И там он уже. Нет, ну понятно. Нет, я не говорю, не вышел. Ты еще не зажали, да? Это уже не вникало. Это вопрос. Ты куда ты смешал? Уберем еще разочек. Давай, Слава, сам! О! Давай, сам! Уй, Слава! Антоша! Нет, это понятно. Один! Ну что?
Не знаю, 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 не зн